В этом видео покажем, как подключиться к приложению Lemax. Скачиваем первый QR-код от стены. Попадаем в Play Market, устанавливаем. Открываем. Выбираем язык, нажимаем «Далее», вводим номер телефона, приходит код подтверждения, вводим код. Разрешить приложению. Разрешаем. Сканируем второй QR-код, серийный номер котла. Разрешить. Устройство для работы с приложением Lemax просит подключить к Тосмоте. Подключаем. Теперь получаем список Wi-Fi сетей. Выбираем домашнюю сеть, которая у вас есть. У нас на данный момент котел. Вводим от домашней сети пароль. Подтверждаем. Подтверждаем. Подключить. Подключаем. В это время может появляться и пропадаться значок Wi-Fi. После того, как появится ожидание с котлом, нужно дождаться успешного подключения. Ваш отопительный электрокотел Lemax успешно подключен. Подтверждаем. Ставим галочку. Подтверждаем. Приложение подключено. Вот видим, котел работает. Включаем отопление. И выставляем температуру, нужную температуру для котла. И после этого подтверждаем. Выключаем котел. Вот мы видим, как котел выключился. Включаем. Соединяется с котлом. Котел включился. Приложение подключилось, котел работает.